катался на маратах. Там прям родился, там все. Ну, Агушкин в 31-м доме, это 55-й дом. Ну, относительно недалеко, в общем-то. Ну, и на нормальных все построить. 2,80. 850. Стюкал там еще одну вещь и все. Поэтому... Мне понравилось. Ну, единственное, далеко ездить, конечно, из города лучше. На метро села, доехала, я же все-таки... Ну, хотя тоже, если от Парнаса ехать, то не так далеко. Я же все-таки полтора часа телепался потихоньку до, ну, вот этого, до уточки, где мы были с тобой. Ну, тоже я медленно ехал, полтора часа ушло. Да, вот 3 часа в день, вот дорога. Ну, что делать, сейчас там в магазин зайду, возьму 2 антенны. Да. Поэтому, конечно, приезжаешь, уже ничего не охота. Это машины напряжение. Вот. Ну ладно, я сейчас в метро, сейчас доеду. А там машина рядом стоит. Еще места не было, где машину поставить. Так, куда мне ехать, ты еще перезапуск делать. Ну ладненько, все, давай, что надо разобраться. Куда мне ехать? Конечно, это вообще не сложно. Так, это не сравнить с чем. Бам-бам-бам. Субботам-воскресенье это хорошо клеить, потому что нет народу никого, понимаешь? И там они висят до сих пор. Я тебе хочу сказать, да, они висят до сих пор. Вот. Я обалдел. Да неправильно, надо это убрать. А мужик, я говорит, приехал, ничего, визор не работает. Там у него не коммунальная квартира, там сестра его живет, а он имеет комнату там, поэтому он наездом там приезжает. Сестра одинокая, двое детей, то за детьми посмотрит, то еще что-то. Ну и вот, да и телевидение там, честно говоря, такого качества, ты знаешь, не ахти, ну 40 программ. Я был даже удивлен, что оно не такого же качества интересного. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Ой, наверное, да, часа два буду телепаться. Да, да, хорошо. Все, давай, мы сейчас заблужу здесь, эти переходы здесь. Давай, все, давай.
Thank you.
работает информационно-справочный центр. Thank you.